Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое это совсем скоро, в 2019 году, там мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз. Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Российские семьи должны чувствовать позитивные перемены в своей жизни. Многое нужно изменить к лучшему в нашей экономике, в социальной сфере, в жизни наших граждан. Мы должны построить инновационную экономику, укрепить демократические институты. О, нет. Реальные изменения должны произойти и в отечественном здравоохранении. Главное, их должны эти изменения чувствовать сами граждане России.